Форум иностранных студентов и выпускников российских вузов стартовал во Владимире. В мероприятии участвуют более 150 человек. Это студенты, аспиранты, молодые ученые, специалисты из стран СНГ, Европы, Азии и Африки. Были представители иностранные выпускники из разных стран. Они когда-то отучились в России, либо даже в СССР, то есть в Советском Союзе. И сейчас работают, учатся, может быть, у себя в странах, но тем не менее они входят в эту ассоциацию, Всемирную ассоциацию выпускников, и очень заинтересованы в российском образовании, чтобы их, может быть, коллеги, их знакомые и, в принципе, граждане там, своей страны поступали в российские вузы. Представителями от нашего университета на форуме стали новоиспеченный президент Ассоциации иностранных студентов Южного Урала, студент Института лингвистики и международных коммуникаций Увинту Виджавира и сотрудник отдела по работе с иностранными студентами Валерия Чачина. Представители ЮРГУ приехали на форум с целью знакомства с президентом Всемирной ассоциации выпускников Владимир Четием, а также для того, чтобы вживую увидеть, как происходит взаимодействие ассоциации с выпускниками. Я думаю, это было очень интересно для всего иностранного, потому что мы все разные культура, разные страны, разные религии, но все вместе Россия учит. И у нас есть одна язык, русский язык. У нас есть одна культура от России, которую мы получили. Вот мы не чувствовали, мы как разные люди, разные, но мы чувствовали как одна семья. Вот это самое хорошее впечатление у меня было. Форум призван стать одной из площадок для встречи иностранных студентов и выпускников. Целью обсуждения послужит ряд вопросов и их дальнейшего взаимодействия с Россией в сфере общественно-профессиональной деятельности.